Победитель этого сражения известен. Русские бьют поляков вторым народным ополчением. Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин освобождают столицу от оккупантов. Так в 1612-м заканчивается смута, период между династиями Рюриковичей и Романовых, и начинается новая эпоха, которая продлится больше 300 лет. Бойцы покинули поле брани, площадь у Омской крепости превратилась в средневековый интерактивный аттракцион. Юных омичей обучают стрельбе из лука, мастерству фехтования. Нас же интересуют более взрослые игрушки. Пойдем и посмотрим, на что способно средневековое огнестрельное орудие. Ядра в день народного единства не запускают, пушки заряжены порохом. Для залпа на празднике хватит и мешочка такого. Общее, что в показательных, что в боевых выступлениях, слаженность бойцов. Каждый артиллерист находится при деле. Зачем столько людей на одном орудии? Для скорости. То есть один не справлялся с этим? Втроем будет быстрее. Главный пушкарь отдает команды, и рыги это делают быстро. Соответственно, производится выстрел. Обычно пушка одна, ну, это было неправильно, было несколько пушек. На самом деле их не ставишь с рядами, как ручницы, потому что их было крайне мало, снова это были на зданиях. То есть в полях такую, на самом деле, тяжело таскать за собой. Ружья также веса приличного, от 7 до 9 килограммов. Прицел, говорят реконструкторы, был интуитивен. При стрельбе голову убирали, то есть оружие направлялось в сторону противника, и в момент выстрела закрывалась. Поэтому шапка с богатой довольно опушкой, чтобы не обожгло. Реконструкцию того времени организуют служилые люди Сибири. Нынешний воевода, однофамилец героя 1612-го Минин Василий делится. В этом году в реконструкции участвует 80 человек, на 20 больше, чем в прошлом. По меркам страны, эта военная зарисовка одна из самых больших. Наше большое, считаем, достижение, у нас примерно всегда на фестивале четверть состава — это совсем молодые ребята 16-18 лет. Ну вот из-за них какие-то такие трения возникают, да, неточности. Но они, им очень интересно, они быстро втягиваются. Ну потому два дня, порядка 5 репетиций. Организаторы фестиваля надеются, что через несколько лет битва будет выглядеть значительно масштабнее. За год удается сшить около 20 костюмов, вместе с ними и участников прибавляется. Такими темпами есть вероятность, что площади у Омской крепости скоро не хватит. Мы находимся на фестивале, посвященному реконструкции 1612 года. Так, я опять сбился. Ну сколько можно, Коля, троить? Ребят, забирайте его. Эй, мы так не договаривались, Дим. Проводите свободное время с реконструкцией и цените свободное время ваших коллег.